Совсем недавно у меня было день рождения, и мне стукнуло 22 года. И как это было на моем прошлом дне рождения, я решил открыть 500 кейсов в CS 2. Если что, все это было в прямом эфире на моем Twitch канале. Если ты это пропустил, то я не знаю, надо фоллоу оформить. Ну и что точно пропускать, уведомление о стриме было в моем ТГ канале. Там вот все новости, еще частенько там розыши бывают. Поэтому тоже рекомендую залететь, все ссылочки в описании. Ну и поставить лайк и подписаться тоже как бы надо. Так что с вас минимум 5000 лайков под этим роликом. И будет меньше, я не знаю. Я эти кейсы обратно закрою. Все, берите слов, погнали кейсики открывать. Здоровья, спасибо всем, кто там ВКонтакте, в телеге писал поздравления, мужики. Всем спасибо, всем ответить. Попробую, но не обещаю, вот. Так, по кейсам, вот у нас кейс ДР. 500 кейсов, 250 революций, где лежат перчаточки Вайс, и 250 моих любимых разломов, ребят. W или не W? Я считаю W. Первый кейс. W. Давай, с первого нож. Я помню, у меня на мое ДР вроде, когда мне 18 стукнуло, или нет. Когда мне 19, либо 20 стукнуло, мне сразу с первого нож дало. А начинаем синьки. В принципе, можешь уже заканчивать. Это. А, да? Да, удар. О, пилочка, на повышение идем. Следующий получается у нас розовая, правильно? Ну, то есть, получается, падает АВП двойственность. Все совпадает. Все по графику. Кстати, у меня без ножа, в районе 500 кейсов, чтобы ты понимал, на данный момент. Сегодня будет косарик. Тихо, какой косарик? Че? Ты рекорды ставишь? Ой, дурачки. Опять по 90, опять Тима выпал. Я самый невезучий уфингейзер в мире. И вот эти хайлайты, как выпадающие. Бэм, 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 бэм. Ой, да, Авика, эй, куда? Одна. Не-не-не, я не хочу, чтобы у меня было 1000 кейсов без ножа. Мне надо как бы... Ножичек. Yes. О, розовая первая. Хорошо. Но можно было авик. Ну, бери девство. На девство никогда не лишний скин. Делайте здоре. Ну, передайте. О! Есть! Ну, качество говна, да? Не, почему? Да, после полевых сок стоит. Да отдай ему, кинь в рожу ему все вот эти скины, которые ты скинул. Пускай подавится ими. Вы сам, да, раз? Кстати, первая красная, которая пролетела за сегодня. Первая красная. Забывает сила. Нахер его. Алло. Алло. А. Поздравляйте меня с днем рождения. Ребят. Когда уже все поздравили? Тим поздравляют. Сегодня день рождения. Всех поздравляют, кроме меня. Поздравляю тебя с Максим. Поздравляю, спасибо, Максим. Спасибо, готов. Спасибо. Так, ну... Здорово, Дека. В смысле, розовые, вас в чате думаю, миллион, каждый пишет с ДР. О! Первый. Какой он обоссанный! 0.79. Боже, отдай мне этот мусор. А у него случайно, типа, он не в топе по флоуту, а ну подожди. Да нет, конечно. Ну мало ли 0.8 ограничений. А, нормально, 500 рублей стоит, ребят, 500 рублей, я только что цену посмотрел. 500 Слушай, рублей! Мне очень нравятся перчатки. Гидра, Гловс, Эратлер. Вот такие, можешь выбить, пожалуйста, сегодня? А, прям нравится, да? Ага. Да. Слушай, мне честно, такой даже красивый скин, мангрув называется. Ребят, заткнитесь. Ну слушай, Максим, там FN пишет 250 евро цена. Вы же понимаете, если меня нереально выпадут, ну на вас грех будет. Вы с грехом, понимаете, будете? Даже если вы какие-то, знаешь, типа дефолтного качества, которые там, условно, 30к стоит, супер, да. Супер доволен. О. Еще один авик, найс. Что-то нормально. Уже немного поношенный, нормально. Да, ну не думаю, я думаю 5, оп, калаш полетел. Ну посмотри. Кстати, М-ка ни разу не пролетала, ну сколько? Ладно, ну, если нож выпадет тебе, да. То ты отдашь самый дешевый скин, который выпал. О! Ладно, чё греха таить? Да, что-то Габен пока дроп дает какой-то полувялый. Лучше бы я открывал кейсы на хайпердропе. Тем более, когда там есть абсолютно бесплатный кейс, в котором лежит вот такая вот бабочка. Его ты можешь спокойно забрать, выполнив 8 простейших заданий по типу подписаться на соцсети, привязать почту. В общем, такое реально стоит забрать. Да и без этого на хайпердропе огромнейшее количество кейсов, из которых шанс выбить хороший дроп гораздо выше, чем в CS 2. Из кейсов могу порекомендовать кейс магического битва. Мне оттуда, кстати, довольно неплохо дропают скинчики. Ну а если вдруг дроп с кейса тебя не устроить, ты можешь его спокойно запихнуть в апгрейд, выбрать скин, который хочешь, и если стрелочка приземлится на нужном месте, поздравляю, твой скин улучшился. Ну и также не забывай про барабан, где ты можешь получать призы и розыгрыши. Там постоянно разыгрываются по 3-4 скинчика, вот такие скины, вот прямо сейчас он там, например, разыгрывают. Можешь спокойно вот залететь и их выиграть. Так что ссылочку на хайпердроп я ставлю в закрепленном комментарии, там же будет очень вкусный промокод, поэтому залетай и забирай бесплатный кейс. А мы погнали дальше всирать бабки у Габена. Тише, ребят, тише. И не дурак. И не, ладно, еще тихо, продолжение. Тише. Тима, зачем кейс крутишь? У меня сейчас Тима, ты ебаный да! Опа. Тима, у меня кейс на стриме крутит. О, банан выбил.
Довольный. Введенные ваши. Вообще вышедший стрим, ты не интересен, Брил. Я просто шо, я просто сел, зашли. Ребята, что там вам? Вам скинули это, фрибеты! Фрибеты там выплату, я номер не тут. Бабки нет. Падают на лапу! О, мага! Кстати, не 20. Он летел, чтобы ты понял. 7-0, 9-0, вот так вот. О, лучше, опять лучше, авик, только авик падает, кстати. А? Их не этих безарей вообще сидят, что-то какой-то бустер гейм там прошло месяц, этот ролик идет снимать. Алло, я кейс открываю! Деньги трачу, они сидят, ребят, кейсы там, выплаты, фрибеты. Вообще, помнишь, это там бустер гейм кланы фейсит? Матчмейкинг глобал. Идем, Тима? Реально, идите вот вдвоем чисто. Да. Максим, ты мне до сих пор ФАМАС не скинул. Алло, когда Тимовик выпал. Не волнуй. Если что. Не волнуют хейтерские комментарии. Алло, какие? Какая правда? Правда. Ей все зафиксировано, тебя на канале выложено. ФАМАС мне должен. Я уже молчу. Про какие-то другие скины. Умом. Все, Брильчик. С днем рождения тебя. Да, все, иди, кидок. Надеюсь, тебе выпадет что-то хорошее. Сорви голова. Я бы тебе голову сорвал, реально. Осуждаю. Реально, какой кидал, какой кидал, фиксируем. W. Ну что, Тима, пошли, папка. Ём, да что так? Статрек. Не статрек. Че, это походу изи баллы, что ли, или че? Это по 90 падает только. Да не, подожди, только четвертая задка, у нас еще, а? Еще 20 впереди после этих. Что выпало? Красный калаш, закаленный в боях. И много авиаков розовых. Пока и красный выше, вот калаш, вот этот вот мог выпасть еще раз. О, мне выпало только закаленный в боях пока за 500 рублей. Так, 90 открыто, еще 10. И будет первая соточка открыта. W. Да, может, я здесь рефов на хомяка найду. Как? Парни. Я сейчас бодро сниму, забаню навсегда в чате, если увижу что-то. Чел, первое сообщение в чате, я ссылку на бота. Вот ему пермач. Не удалить. Пермач вот этому дать. Нет. Навсегда бан. Вот за такое навсегда пермач. Ну просто бизнес. Он уже выбил желтое, не, еще нет. Вот и ум статрек. Как куда там? Да там видно заранее статрек. На иконке уже. Сотый кейс. Чат, смотрим, ставка у вас живет или не живет. Так. Ееее, красный. Мимо, красный вырыли, чат. О, юбик. Дай статрек, чтобы я... Да что ты хочешь статрек? Я тебе что, сказал, что я тебе дам юмпик, или что, если статрек он упадет? А куда ты денешься? Ладно, я тебе юмпик отдам, если мне упадет, вот, золотое. Можешь фастом один открыть? Вот так, чисто найти зачей. Бум! О! Юмпик. Это не статрек. Их сколько уже упало? 3-4 штуки? Да где-то да. Ты встречал подпивасников. Ну вот, со мной два сидят. В дискорде со мной. У тебя футболка пивозавр, да? Ее уже нету. Куда я не знаю, как делось. Пропил. 120 кейсов. Пока по золотому тишина. Погнали следующую двадцатку. А сколько у нас отсюда скинов-то выбито? Подожди. Выбито все, кроме эмки и перчаток, ребята. И этот кейс вы прошли. При этом у нас еще вот третья двадцатка второй сутки. О, калаш прилетел. Короче, нужен талисман. А, и пролетел. Я включаю вебку, сижу с голой жопой. О, боже. И мы открываем кейсы. Че? Заберите у него вебку. W контент, ну ты не шаришь, еще бассейн нужен, но у меня бассейна нет. Реально фриктив. Я это не сказал. Вот честно, перчатки не верю. Вот что ты с ножом-то хоть что-то пукнуть, брат, понял? Грандиозное. То есть думаешь, на кейсах, который нож будет что-то, да? Вот, не-не-не, перчатки, перчаточный кейс, вот не надеюсь на него, понял? Вот что-то с ножевого грандиозное должно быть, понял? Это свой любимый разломчик, который мне дает. Бля, Брил, у меня такой прилив, понял? Я хочу материться. Говно, собака. Хер, член. Ты это не запикивай в ролике, хорошо? АП точно не дадут. Вот ты замечал, вот такой смотришь, там этот руку засунул. Вот какое яйцо у тебя больше, левое или правое? Лучше ждать, лучше. Че? Ну, на ответь нормально. О май гад. По ощущениям. Кстати, у меня, по-моему, левое. Вот это! Кто-то мне доллар перекинул. Это обидно было, брат, обидно. Позарили. Шо, Айвас? 200-й кейс? Тег 9.
У нас осталось 50 кейсов революции, 50. И потом еще будет 50 кейсов этих разломов. Обмануть эту гребаную ракетку и заработать деньги. Авик. Мы не рискуем. Мы не входим в азарт. Поставили, забрали час утром, час днем, час вечером. Главное, ребята, не заигрываться. Все, я нормально интеграцию отработал. Сильно. А, можно рекламу пихать? У меня есть репка на хомякан. Так, ребята, у меня БК новая появляется. Сейчас скину репочку. Присоединяемся. Мне надо было одному открывать эти кейсы, я вам отвечаю. Надо было одному крутить. Ты сидел бы, грустил, ты маленький один, блядь. Да так вообще весело. Один сидит, Геншин рассказывает, другой хомяка кидает. Так, это у нас 220 кейсов открыто. 220 из 500. Даже, ребят, только половина приближается, только половина. Че, погнали, первый кейс на сегодня. Давай, первый нож. Так, тихо. Так, ну что, первый кейс сегодня, погнали. Давай, с первого кейса мне тупо нож. Так, обрубается тут. Слава богу. Перчатки, а не нож. Так, точно, перепал. Давай. Так, погнали. Первый кейс, давай сразу перчики мне. Сразу перчи. Перчатки. Золотые. Сразу. Иди на. Ну что это за кликбейты? Я ее единственную не выбил. У нас кончаются вот эти революции кейсы. У нас еще разломы есть. Нам нужно с революции эту эмку забрать. Отдай. 250-й кейс, давай. На последней перчатке мне, на последней этой половине. Понятно. Ладно, это первая половина была размечная. Первые 250 размечная. Достаем следующую 250. Половина ушла, 251 кейс. Отсюда нам нужен ножичек. 250 разломов. Разломы у меня вообще W кейс. Мне оттуда нормально падает. Но начинается с P90, это не очень. Че, по-другому, по-тихому, по-тихому. Пока... Из золотого не дропалось. Красный... Первый! Знаешь, я говорю, первая двадцаточка, Маша. А прикинь, что тебе бы выпало, если бы ты Тиму выгнал. Первый нож, первый нож. Я говорил три ножа. Немного поножи. Чуть-чуть, да прямо... 1100? А ну подожди. Не, это дороже. Это дороже. Это сколько? Это сколько? 130 тысяч! Не-не-не, он дороже стоит. А, он дороже 130 тысяч стоит? Да, он дороже. Ошалеть. А посмотри процент фейда. Как? Процент фейда? Через... У меня вроде расширение в семье, чтобы посмотреть. Давай, оно. Давай, посмотри, посмотри. Это по-хороший, брат, фейд. Да, там где-то 95. Ошалеть. Вот это хорошо. Сколько фейда? Топ-19 именно заклинан. 97. 97 фейд. Я говорю, он очень красивый. 97% ребят фейд. Я не знаю, сколько это стоит, я не знаю. Для... А ну, сейчас дабл ножичек. Как вам? Хороший. О, глок. О, вот такое мне надо, брел, брат. Обоссанный. Вот такое мне надо. Обоссанный, ну есть. Так, вот такой немного поношенный мне нужен. Немного, ну хорошо, давай. Если вы бы немного поношенный такой глок, да. Ух, ну хорошо. Ой, калаш прилетел. Эмка, еще раз эмка. Что за жирный кейс? Ее таки по 350 дают. Площадок пока тяни. Не смогу посмотреть. О, эмочка. Хорошо. Прямо с завода. Опять дигл, опять дигл. Это, брат, какой-то диглом. Это чё? Он пораньше будет, пораньше, не так далеко. Опа, глотчок, можно? Бля, по факту, ну, Делайт виноват вот в том, что вот Брил сейчас сидит, на день рождения кейсы открывает. Ага. Ну, а он раньше по 100, понял, открывал и то, блин. Да. А, я сижу 500 вот эти, вот уже из какой? Ну, второй, пока, почти 2 часа. А ну. Ну мой глок. Сейчас мне 800 рублей должен. Зачем больше? О, калаш пролетел. Хотя ладно, нахер. Я просто тоже, когда кейс открывал, вот такой кейс открывал, мне калаш, блядь, выпал вот этот вот. Фу, нахуй. Кал... Ну, там 1500 стоил еще. Ну! О! Ну, хотя бы сейчас! Хотя бы сейчас! Нахер его. Это вообще пранк! Так, вот это 352 кейс у нас. 352 шансы. Шансы. Дабльву, дабльву. Дигл прокатило, второй раз прокатило, третий раз. Ага. Найс. Пошел нафиг, это 52 ваше. Я не буду показывать, что мне выпало, я скажу, ребята, продолжение. Дигл! У хорошего качества. О, и флот, смотри, какой. Флот хороший. Ой, хорошенький, хорошенький. Найс. Сасный, сасный. Хороший. Гость еще стрим по миру танков, конечно. О, я его не мог поношенный, пожалуйста. Сосешь. Реально. После полевых, против очень хорошим флотом. Реально.
По-моему, 20 синик подряд выпало. А, ну, кстати, калаш пролетел сразу. Я вспомнил. О! Не могу точно. Да, 0-0-0-15-1, Тима. Ноль-ноль-ноль-один не хватило. 0-1, блядь, Тима, 0-14. Пойдите на с таким блядь. Я в тильте, ёбаный. Такой лошара это Тима, да. 5 перчей, 3 ножа там было бы. Глок. Почему нет глока, блядь? Ну почему? Последняя двадцатка, и там еще парочку кейсов сверху откроем, которые вы скинули в трейде. А ну! Эх ты! Следующий кейс и нож проверяем в трейде. А ну! Заткнись. Супер мега лаз, давай. Эх ты! 251 революшн. Там еще на парочку кейсов, пацаны, если покидайте. По-братски, кому не впадло. Да не, я уже устал, не надо. Кому не впадло. А ну, тоже мимо. А ну. Пластинки слышали. Эх ты! W нож выбили. Следующий стрим, скорее всего, числа 4-5, мужики, потому что я на море уезжаю. Впервые за 4 года отдохну. Вот. Вот так вот. Вот. Так что ролик с этого стрима будет на ютубе. А вы это все видели в лайве. W. Все, тетик, я ушел. Бай-бай всем. Бай-бай, пойдем же, Борисене.